Нынешний год с его такой неуравновешенной погодой, зной в июне и постоянные дожди в июле-августе, простым для земледельцев района не назовешь. Особую сложность представляла заготовка кормов, а именно сена. Сегодня идет уборка зерновых. По состоянию на 4 сентября обмолочено 13,6 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 35,5% к утвержденному плану уборки. Неблагоприятные погодные условия с ливневыми дождями продолжают серьезно замедлять темпы уборки. Отставание составляет более 11%. Зерна намолочено на сегодня 27 517 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 20,2 центнера с гектара, что на 0,6 центнера пока выше показателя прошлого года. В лидерах по урожайности акционерное общество «Березовское» 25,6 центнера с гектара, ФГУП «Курагинское» 22,9 центнера с гектара и ЗАО «Марининское» 19,6 центнера с гектара. Алексей Ковалев из «Березовского» в прошлом году особо был отмечен за свои успехи в труде. Он был награжден автомобилем «УАЗ-Патриот» по итогам краевого соревнования. Как автомобиль? Ездите, работает? Работает, что? На вопрос, как идет работа в этом году, со свойственной мужчинам прямотой отвечает. Дожди не дают, хреново. При этом, как бы ни складывалась ситуация с погодой, урожай убирать надо, и корма для скота тоже. Вот и выходят на поля современные машины под управлением ответственных и умелых людей в любую погожую минутку. Как вы видите, идет уборка полным ходом. Погода позволяет. Ну, погода восстановилась недавно, но тем не менее, мы вот за это... два дня получается. Убрали уже огромное количество массы. Сколько, не знаю, в тоннаже, очень много. Ну а как, на передовика метите сами? Я, в душе я всегда передовик. Среди малых хозяйств в районе лидирует крестьянское фермерское хозяйство Перевалово. Там урожайность составила 26,9 центнера с гектара. По темпам обмолота зерновых лидирует СПК Алексеевский и ФГП Курагинское. В этих хозяйствах убрано более 50% площадей. Низкие темпы уборки зерна показывают в акционерном обществе Шалоболинское. Всего обмолочено 7,5% от плана. Одновременно с уборкой урожая зерновых продолжаются работы по заготовке кормов. Сено заготовлено 80% к плану, сенажа 76,8%, силоса 2% к плану. Под урожай будущего года ведется подготовка почвы. Зябь вспахана на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 16% от плана обработки. Идет озимый сев.